Закажу у них вафли. Они вкусные? Вафли? Да, они вкусные. Ты что, вафли никогда не пробовал? Вряд ли, нет. Жесть. Ты прямо парень из Энсина. Это кто? Это фильм. Фильмы ты хоть смотрел? Ну да, видел парочку. Короче, в этом фильме хоббит из «Властелина колец» находит в пещере замороженного дикаря и размораживает его. Но это же дикарь, он не понимает, что такое современный мир, поэтому хоббит учит его, типа, как на скейте гонять и все такое. А «Властелин колец» это... Твою мать.